Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Мурчик дома наелся. Только заходить не хочет. Ну, проснулась, замурлыкала, наелась. Ну, конечно, она еще сама не наелась, прискакала раньше времени. Угонка. Поищи, может, она где что спрятала. Дай. Ну? Конечно, кота надо все перенюхать. Ну?
какого жалза? А? На свою горку уселась. Что, наелась уже, что ли? На. Ва. Ну и скорее. Еще есть. Ну, да. Только тут останется. Все, вот она, если не хочет, она. Нет, ест еще. Ну, прятать полезла. Она все так утоптала горку, что зарыть некуда уже. Как лед все стало. Ну иди, еще есть. А? Хулиганка. Только то отдам. Вот пошла там своими делами заниматься. Ну? Уже не хочет. Уже не хочет. Ну? Привередина. А, привередина. Кого-то бегает там, вынищивает. Дурь мается начала, короче, она. Ну? Маркиза. Ну иди. Иди, кусочек еще есть. Последний кусочек тебе остался. На. Все, аккуратненько взяла, пошла прятать, полезла, зарывать. А не знаю, откуда зарыть. Что, так бросила, что ли? На, короче, все, иди. Кс-кс-кс-кс-кс. Короче, что она хотела, она съела. Остальное коту досталось. Все на сегодня.